jesteś za mnie po planszy. Papa za komputer, mama na kuchni. Такой замечательный альбом, причем я удивилась, потому что он, видимо, скрепили они, да, такой альбом. Мы еще не знаем иврит, но слова кому-то перевернуть. Ага, на английском. Hello, David, welcome to Israel. I know you will be happy here. Найдешь друзей.